Слушай, там только есть одно но. С правой стороны после стеклянной двери. Чуть-чуть в сторонку можно? Спасибо. Несколько минут. Конгресс в зале начнется. Нынешнего, назовем так, это штатско-политического режима. Считается, что будущее у него есть. Я, например, считаю, что будущего у него нет. То, что мы сейчас обсуждаем, это скорее попытка предсказать, что в принципе будет, в каких условиях будет развиваться наша страна. Этот самый режим зависит от прошлого. Он легитимен.